В регионе обновляют автопарк скорой помощи. Главы муниципалитетов торжественно вручили 20 машин марки «Фиат». Всего в этом году в Ивановскую область закуплено 34 новых автомобиля. 4 из них достали скорой помощи Иваново. В декабре для медиков приобретут передвижной мобильный центр. Для того, чтобы выездные бригады могли приезжать в небольшое сельское поселение или небольшой городок или поселок, и там комплексно осматривать больных. И нам еще Министерство здравоохранения предложило, мы не отказались, и, наверное, еще поступит одна машина, такая передвижная, на гусеничном ходу для вообще отдаленных, труднодоступных районов.